1 апреля в час ночи водитель Volkswagen устроил гонки с полицией. Патрульные обратили внимание, что автомобиль едет по Фонтанской дороге с выключенными фарами. Требование немедленно остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться. В погоню за странным ночным гонщиком отправилось сразу 5 экипажей полиции. Через площадь 10 апреля Volkswagen выскочил на проспект Шевченко, где его заблокировали патрульные. Одну из полицейских машин он даже взял на таран. 37-летний мужчина, гражданин другой страны, управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения, к тому же без документов. Теперь вменяют правонарушения сразу по 4 статьям.